Кто мы в этом бренном мире? Всего лишь пешки, которыми управляют корпорации? Или киты финансовых пирамид? Нет. Мы сами выбираем течение, по которому будем двигаться. Мы те, кем мы хотим себя видеть в этом мире. Есть люди, которые получили свои богатства с рождения, но свои сокровища им еще нужно удержать. А есть те, которым наплевать на все. На политику, роскошную жизнь. Только музыка спасает их души и делает теми, кем они хотят быть. Но в этом мире есть нечто, что может резко изменить ход событий, что запланировал нам наша судьба. Иногда я зову его «Вершитель судеб». Тебе лишь стоит захотеть, как темная лошадка изменит мир к лучшему, подарив надежду и светлое будущее в нашу жизнь. Но не стоит забывать, питая черную сторону нашими желаниями, она становится больше и сильнее, как и наши надежды на светлое будущее.